Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Несмотря на активный комбинационный стиль игры, восьмой чемпион мира Михаил Таль очень редко применял гамбитные дебютные варианты. Случаи применения Талем королевского гамбита или гамбита Эванса можно пересчитать по пальцам одной руки. И совсем уж редко Таль отдавал предпочтение другим, менее популярным вариантам. Сегодня мы с вами рассмотрим блестящую блиц-партию, которую Таль сыграл в 1958 году. Будущий на тот момент чемпион мира противостоял эстонскому мастеру Иванею. В этом поединке Михаил Таль применил знаменитый гамбит Милнер Берри во французской защите и разнес позицию соперника в пух и прах. Е4 пошел Михаил Таль, Е6, Д4, Д5, Е5. Таль избирает систему Немцовича. Ней сразу же подрывает базу пешечной цепи. c3, конь c6, конь f3, ферзь b6. Возникла табия этого варианта французской защиты. В наше время сильные шахматисты почти со стопроцентной вероятностью ответят a3, но Михаил Таль избирает довольно старое продолжение, ставя слона на поле d3. Следует размен на поле d4. Брать конем на d4, конечно, плохо. В конце варианта черные теряют ферзя после шаха слон b5. Поэтому нужно сначала сыграть слон d7. И теперь пешка d4 уже действительно под боем. 2-0 играет Михаил Таль. И после взятия на d4 размен коней конь c3. Белые хотят поставить коня на b5 и далее проследовать на c7 либо d6. В этой хорошо известной позиции наиболее сильным за черных является осторожный ход А6. Далее можно переставить коня на поле С6, еще раз атакуя пешку Е5. В ряде случаев слон становится на С5 и белые, как правило, не получают достаточной компенсации за отданную пешку. Хотя, конечно, в любительской шахматной среде этот вариант продолжает быть популярным. Но в нашем поединке Иван Ней рискнул и забрал вторую пешку. Ладья Е1, ферзь d 6 и белые играют конь b 5 в этой позиции черным нужно было придерживаться совета известного любителя и знатока французской защиты российского гроссмейстера Никита Витюгова. В своей монографии, посвященной этому полуоткрытому дебюту, Никита советует ферзь b 6 и по его словам, после слон Е3 ферзь А5, лучшего, чем повторение ходов, у белых не находится. Слон d 2 ферзь b 6 слон Е3. Впрочем, это было известно и до него. Ничьей здесь закончилась партия двух известных шахматистов прошлого, Адарьяна и Фарага. Но в нашей партии Иванейв вместо того, чтобы отойти на b 6 препятствует развитию слона на f4 и играет ферзь b8. Это серьезная ошибка, и Михаил Таль сразу же, ставя ферзя на f3, создает возможности активного расположения и других фигур ферзевого фланга. Прежде всего возобновляется идея слона f4 с дальнейшим конь c7, ну и после выхода слона ферзевая ладья может стать на открытую линию. Черные вынуждены играть слон d6. И в этой позиции Михаил Таль ошибается. Самым сильным решением является ход конь d6. Именно так в одной из своих партий сыграл известный международный мастер, большой любитель острых дебютных вариантов Николай Власов. Ферзь бьет d6, слон f4, ферзь e7 и ферзь g3. С угрозами вторжения на d6 и взятия на g7. Черные играют ферзь f8, слон d6, конь e7. Конечно, положение черного ферзя на начальной позиции чернопольного слона вызывает лишь тоску. И после ладья ац 1 идет вторжение на c 7 Черные не могут этому воспрепятствовать. На слон c 6 b 4 с идеей b 5 на А6, А4. Далее Власов сыграл b 5 вторгся на c 7 и выиграл партию в 26 ходов. Но Михаил Таль вместо того, чтобы забрать на d 6 решил скушать пешку. Здесь он напал на слона D6 двумя фигурами. Но Иваней забирает на H2 шах король H1. У черных снова две лишние пешки, но главную проблему они пока еще не решили. Неракированный король E8 является немым укором вот такой очень рискованной, бесшабашной стратегии черных. В этой позиции нужно было как можно быстрее попытаться сделать рокировку. Или хотя бы каким-то образом пристроить своего короля на королевском фланге. Нужно было пойти конь e7, нападая на ферзя. Тот мог отойти на h5, нападая на слона и беря под контроль пешку h7. Но слон d6, далее слон g5 и король f8. Ладья а d1, конь d5, взятие забрали, солнце c4. Солнце 6 и f4. Да, у черных по-прежнему две лишние пешки, но все-таки активная возможность продвижения пешки на поле f5. По-прежнему весьма сиротливый король f8. Все это дает белым прекрасную компенсацию за материальный урон. Скорее всего, именно так продолжилась бы партия «Сыграй здесь Иваней конь е7». Но он решил напасть на ферзя иначе и сделал ход слоном. Ферзь g5, нападая на пешку g7. Если в этой позиции сыграть король f8, защищая пешку g7, то следует шах и на конь e7 слон g5. Как мы видим, черные попросту не могут защитить своего коня, так как ферзь b8 занят защитой слона h2. Белые здесь выигрывают. Поэтому после ферзь g5 черные играют конь f6 и ставят сопернику достаточно простую ловушку пешка g7 сейчас неуязвима. В случае взятия последует, конечно, ладья g8. И если ферзь отходит, то следует мат. Поэтому Михаил Таль пока не обращает внимания на пешку g7 и играет f4, изолируя слона h2 и имея в виду, конечно, продвижение пешки на f5 с атакой пешки e6. В этой очень сложной для себя позиции Ней допускает последнюю решающую ошибку. Продолжать сопротивление можно было ходом в ферзь d8. Черные берут под контроль своего коня f6 и нападают на белого слона. Как и раньше, здесь не проходит ферзь g7. Черные играют ладья g8, белым нужно уже жертвовать после взятия конь c7, но отдача ферзя и после взятия ладья d8. Слон e2, слон g3, слон e7 и здесь очень интересный вариант – слон бьет g2. В этой позиции, в которой у черных ладья и конь за ферзя, они имеют отличные комбинационные возможности на королевском фланге. Брать, конечно, плохо, следует вскрытый шаг со взятием на c7. Поэтому нужно отходить на g1, но слон c6 снова угрожает слон f4. На король f1 опять шах, король g1, слон c6. Вот такой очень интересный, необычный ничейный механизм. Но, конечно, на ферзь d8 лучше не брать пешку, а пойти слон e3. Поэтому рокировка. Наконец-то в этом варианте черные сумели сделать этот обязательный ход, но это от проблем их не спасает. После слон c4 висит слон h2. После взятия слона f4, h6, ферзь e5. У белых два мощнейших слона. У черных три пешки за одного из них. Но этот материал явно недостаточен. Вместо того, чтобы сыграть ферзь d8, Иваней пошел h6 и допустил взятие на g7. Если в этой позиции сразу забрать на g2, то последует, конечно, не король g2, ввиду связки ладья g8, а король h2. И ферзь нападает сразу на три черные фигуры. Поэтому Ней здесь делает ход ладья g8. Кажется, что белые просчитались, но и в случае взятия на f6, После ладья g2, а слоном брать нечего, потому что висит слон h2, следует слон e4. И ставка черных на вскрытый шаг бита. Но Михаил Таль, конечно, не позволял атаковать своего короля. Он идет в атаку на короля соперника и делает давно заготовленный ход ладья g6. Далее следует очень красивый форсированный вариант, который заканчивается матом. ФЕ, слон g6 шах, король d8 и ферзь f6. Короля черных атакуют три белые фигуры. И здесь Иваней сдался. Действительно, черные получают форсированный и очень красивый мат. Король d7, ферзь f7, король d8, взятие лади, король d7, ферзь f7 и на король d8, ферзь f8. На король d7 следует слон e8. Таким образом, белые добиваются блокады этого поля, играют Ферзь d6 и Ферзь c7. Вот такая очень красивая партия Михаила Таля, сыгранная в режиме блиц в гамбите Милнер-Берри французской защиты. Иваней пытался составить конкуренцию будущему чемпиону мира в чисто комбинационных шахматах, но, как мы видим, не преуспел в этом. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание, до свидания.